Договоры, не соответствующие требованиям закона, обнаружили сотрудники прокуратуры Фрунзенского района. Под пристальное внимание надзорного ведомства попали две автошколы областного центра. Установлено, что в договорных обязательствах для кандидатов в водители была указана возможность расторжения документа в одностороннем порядке, если ученик пропустил несколько занятий. Средства, оплаченные за весь курс, между тем, возвращать автошкола не собиралась. Таким образом, на потребителя возлагалась обязанность оплатить исполнителю средства при досрочном расторжении договора по его инициативе и отказа от исполнения договора, независимо от размера понесенных расходов. Такое принуждение к 100% посещаемости оказалось ущемлением прав потребителей. Нарушения уже исправлены, данный пункт исключен из договоров образования, а также возможны дела об административном правонарушении по статье 14.8, то есть предусматривающей ответственность за включение в договор условий, ущемляющих права потребителей. Таким образом, надзорная деятельность прокуратуры Фрунзенского района пресекла данное нарушение.